Здравствуйте. Меня зовут Любовь Степанюк. Я представляю город Иваново, а также Москву. Я член Молодежного совета Союза театральных деятелей. Вчера на арт-миграции для меня случилось чудо. Я наконец-то поняла, что такое МОН. Может быть, это звучит по-другому. Это, конечно же, слово на татарском языке. И вчера весь день был как будто бы посвящен татарскому языку и татарскому народу, их национальности. Мы были в мультимедийном музее театра Камала, посмотрели спектакль на татарском, и МОН, хотя ладно, погуглите, может быть, вы тоже узнаете, что это такое. Сегодня мы находимся в Свияжске. Это духовный центр Казани, это земли с невероятной энергией и с невероятной историей. А завтра, наконец-то, я посмотрю детский спектакль программы, потому что я очень люблю театр кукол и детей. Спасибо.